верхом. Сегодня чудесное утро. Мусти помахал маме рукой и отправился на ферму. Фермер Джиль поехал в город и попросил Мусти присмотреть за животными. Здравствуй, курица! Привет, цыплята! Доброе утро, Мусти! Мы так рады тебя видеть! Фермер Джиль только что ушел, а мы как раз завтракаем. Ну что ж, не буду вам мешать! Пойду посмотрю, чем занимаются остальные. Обязательно проведаю петуха, сказала курица. Он там, на заборе. Ему что-то не здоровится. Тогда я пойду к нему прямо сейчас. Увидев петуха, Мусти забеспокоился. Что с тобой? Спросил Мусти. Ты заболел? Петух встрепенулся, как будто хотел что-то сказать, но только прохрипел едва слышно и снова опустил голову. И вот так целое утро, сказал Гнедой. Не поет и не двигается с места. Как жаль, что фермер уехал в город. Он бы наверняка догадался, что случилось с петухом. Может, у него температура? Мусти намочил платочек в ведре с прохладной водой и сделал петуху компресс. Но петух только покачал головой. Может быть, ему грустно, и нужно просто обнять его, промычала корова. Мусти встал на цыпочки и погладил петуха, а потом поцеловал его в щечку. «Теперь тебе лучше?» – спросил он. Тем временем цыплята заснули, и курица тоже пришла проведать петуха. «Может, я смогу помочь?» – спросила она. «Никто на ферме не сможет ему помочь», – возразил Мусти. «Я возьму петуха домой. Может быть, папа его вылечит?» «Позаботься о нем, Мусти!» – сказал Гнедой. Не беспокойся, я пока присмотрю за фермой. Я скоро вернусь. И Мусти отправился домой, крепко прижимая к себе петуха. Папа Мусти наверняка вылечит его, сказал Гнедой. Будем надеяться, вздохнула курица. По дороге домой Мусти не заметил большой камень под ногами, споткнулся и... Ой! Ура! Наконец-то я избавился от него! Прокукарекал петух. Это проклятое зернышко застряло у меня в горле с самого утра! Какое счастье, что ты упал, Мусти! Но заметив, что Мусти все еще сидит на земле, петух забеспокоился. Ты не ушибся, Мусти? Нет! Улыбнулся Мусти. Просто это было так неожиданно. Со мной все в порядке. И ты снова здоров. И друзья вместе вернулись на ферму. Мусти рассказал о том, что произошло, курице и гнедому коню. А петух громко-громко запел.